Мы сейчас находимся в Усть-Абакане на базе отдыха «Княжий двор». Сегодня у нас здесь свадебный вечер. Сейчас мы выгружаем аппаратуру, устанавливаем и будем начинать мероприятие. В общем, все покажу. Так, ну вот такой вот «Княжий двор». Пока есть время немножко, сейчас быстренько все покажу. Мы здесь сами были уже не один раз и отдыхали, и шашлыки жарили, и у сына выпускной был вот в этой беседочке большой. Вот первая мангальная зона, ох! Вот вторая мангальная зона, все в зелени, красота. Домики можно снять. Сеточка. Дальше я не пойду, пойду в обратную сторону, потому что время пока очень мало у меня. Так, Дима отогнал машину. Так, все в цветах. Воды этим летом совершенно нет. Воды нет. Какие цветы красивые. Здесь тоже небольшой банкетный зал, маленький. Вот такая вот беседочка с таким вот видом. Ну, вот он сам пирс-холл. Здесь, кстати, бассейн, зона с лежаками, но не пойдем смущать девчонок, они там загорают. Заходим с вами в зал. Так, вот такой вот зал. Как здесь прохладно, как здесь прекрасно. Так. Вот такой вот зал. Импровизированная.